Добро пожаловать на канал Hard Test Info. В данном видео я вам расскажу, как отключиться от наушников Beats Studio Buds Plus с помощью вашего Android устройства. Для этого заходим в меню приложений, выбираем приложение настройки. И после этого выбираем пункт подключенное устройство Bluetooth. В разделе медиа устройства будут ваши наушники. Нажимаем с правой стороны на значок шестеренки. И после этого выбираем пункт «Отключить». Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!